Ты чел современный и геймер реальный. Виснешь часами в сетях социальных. Неважно, ты чикса, а может пацан. Все покупаем в компании Титан. Сеть комиссионных магазинов Титан. В Кирове пьяный бесправник на 99-й, чтобы избежать наказания, прикрылся сексом. Мужчина заявил, что автомобилем он не управлял, а вместо этого резвился с пассажиркой на заднем сидении. Красивую историю автомобильной любви выслушал Павел Москвин. Скажите, вас за что задержали сегодня? Понятия не имею. Понятия не имею вообще. Ехали спокойно, и нас остановили. Вот, кушаем сейчас, стоим кексы, курим сигареты. По словам инспекторов, Сергея поймали в тот момент, когда он пытался перепрыгнуть на заднее сиденье 99-й. Автомобиль без водителя даже покатился вниз по улице Московской. Впрочем, эти события Сергей отрицает. Такого не было, близко даже. Не было, да? Не было того. Единственное, что я могу оправдать свое поведение тем, что... Ну, девушка может подтвердить, раз уж на то пошло. Угу. Ну, мы занимались кое-чем. Как бы, понимаете, да, чем? Как выяснилось, у Сергея история гораздо интереснее, но она не связана с пьяным вождением. Мы ехали от знакомых. И занимались. На заднем сиденье. Ну, так, немножечко. На заднем сиденье. Как это все происходило, расскажи. Да, словом, ты же так-то честный. Занимались сексом, стоя, сидя. Так, это не запрещено. По словам мужчины, за рулем была его девушка. Он не водитель, у него даже прав нет. Для меня эта ситуация вообще смешная. Абсолютно трезвые люди как бы, да, останавливают. Водительская у вас есть, да? У меня нет, я вообще за рулем сидел. А вы только что сказали, вы ехали. Это им показалось. Несмотря на захватывающую интимную историю, Сергея оформили как пьяного бесправника. И, по словам инспекторов, уже в 9-й раз. У него было установлено состояние опьянения, и суд арестовал его на несколько суток. Михаил Вагин, Павел Москвин. Место происшествия.